Жители Одинцовского округа все чаще голосуют онлайн по вопросам управления многоквартирными домами. С начала 2021 года принять участие смогли уже более 23 тысяч собственников помещений. При проведении голосования в электронном виде исключается ряд нарушений, с которыми ранее могли сталкиваться участники очных собраний. Например, неправильное оформление решений собственников или неправильный подсчет голосов.